Счастливая семья в сборе. Так. Вот уже несколько дней, как бельчонок, которого искали в сети Тюменью, вернулся в родной дом. Напомним, 14 июня неизвестные сломали вольер и выпустили зверьков. Три взрослых особи и три маленьких. Всех, кроме одного, удалось вернуть. Сейчас тюменцы приходят специально в сквер Немцова, чтобы посмотреть на найденыша. Ну что, они такие симпатичные. Я их кормлю сладкими орешками. Меня удивляет, что они как бы быстро бегают. Очень хорошие белочки. Любим сюда с детишками приходить. Детишки сюда любят приходить. Их кормить орешками, всякими семечками, яблочками. В сквере Немцова белки живут уже год. Нарушителями их спокойной жизни являются только вандалы, которые уже три раза ломали клетку. Сейчас семья улучшила свои жилищные условия, вольер увеличили в два раза, а дверь подрядчик обещал укрепить.